Всем привет! В преддверии Нового года хочу поделиться рецептом оригинального салата «Сосновая шишка». Салатик получается не только вкусным, но и очень красивым и будет эффектно смотреться на вашем праздничном столе. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Лук нарезаем мелкими кубиками. Перекладываем в миску, заливаем кипятком и оставляем на 2-3 минуты, чтобы ушла горечь. Затем воду сливаем, а лук высыпаем на бумажное полотенце, чтобы он просох. Куриное филе также нарезаем мелкими кубиками. Точно такими же кубиками нарезаем яйца. Сыр. И картошку. Режем точно такими же небольшими кубиками. Теперь все измельченные ингредиенты перекладываем в глубокую миску. Добавляем кукурузку, орешки, солим, перчим и хорошо перемешиваем. Заправляем майонезом и вымешиваем до однородного состояния. Берем блюдо, на котором будем подавать, и выкладываем на него наш салат, формируя шишечки. Я буду делать 2 штучки, так более интересно смотрится. Смазываем сверху майонезом и украшаем наш салат кукурузными хлопьями. Декорируем салат еловыми или сосновыми веточками. Также можно использовать розмарин или укроп. Вот и все. Новогодний салат «Сосновая шишка» готов! Приятного вам аппетита и веселых праздников! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал!